Конец света – это же не просто конец света, это же какой-то переход в иную реальность, и кто-то пойдет в меньшую часть, попадет там в рай, а остальные попадут в ад. И, в общем, что там будет в аду, тоже довольно интересно. Сияние золотых зубов человекообразных свиней под радостный звон семиструнных гитар на нашу планету идет сатана из телекранов. Он смотрит на нас с рекламных щитов.